Спорт ради спасения жизни. Благотворительный забег прошел сегодня в Центральном парке культуры и отдыха. Он собрал около 500 любителей активного образа жизни. Большая часть из них – представители одного профессионального сообщества – юридического. Участникам предложили выбрать одну из дистанций на 5 или 10 километров. Перед началом забега каждый мог проверить свое состояние здоровья, измерить давление, вес и пройти экспресс-тест на ВИЧ. Среди участников забега был и ректор СПбГУ Николай Кропачев. Все они, ну вот как на подбор, кто лидеры, это студенты Санкт-Петербургского университета в то время, когда я был деканом юридического факультета, а то и студенты моей группы, в которой я проводил занятия, поэтому я их всех прекрасно знаю, знаю, какие они были великолепные студенты, сейчас знаю, какие они прекрасные, а порой, можно говорить, выдающиеся уже юристы практики. Этот забег, он благотворительный, каждый делает, в общем, свой небольшой вклад. В этом году 1500 рублей, это в чистом виде краудфандинг. Те, кто бегут, сдают эти деньги, которые учитываются, и потом все они направляются в фонд «Подари жизнь». В прошлом году мы помогли 12 детям. Забег сегодня проходит не только в Петербурге, но и в других городах России и мира. На старт в нашей стране вышли больше 5000 человек.